Nicolas Maclay est un Russe politique véné, ethnographe et géographe. Data Yevorashdenia est un ethnographe verasi. On Rabilsa Semna Satava Yulia Verasi. On Uchisa Universiteta Fepitburga et Fegermani. После университета он был на Красном море и изучал морских животных. Ученый изучал коренные народы Океании, Австралии и Юго-Восточной Азии. Он и работал в Новой Гвинее, на Филиппинах, в Индонезии, был в Малакке, исследовал население вил на островах океане. Он доказал, что человеческие расы едины. Миклуха Маклай, он боролся за права папуасов и против колонизации. Он долго жил и работал в Австралии и в Новой Гвинее. Его жена Маргарет Клар это дочь известного политика Австралии. Изучение папуасов в клад Миклуха Маклая в науку. Он выучил язык папуасов, а папуасы знают русские слова. В России его называли Белый папуас. Он знал, что череп папуасов такой же, как и у других людей. Миклуха Маклай узнал, что папуасы наивные и добрые.